Хочу представить вам вот такую самоделку. Самодельный намоточный станок, который еще в советские времена делал мастер-радиолюбитель. Из-за легкости обработки шестереночки медные. Счетчик стоит с передаточным числом 1 к 1. Видите, один оборот ручки. Ручка. Щечки самодельные. Вот такие вот. Под любые катушечки. На конце гаечка для регулировки толщины катушек. Здесь вот такие тубочки. Вот ведь сзади. Давайте положу, легче снимать. Прикрываем вот такие вот. Можно закрепить на столе. Такой вот аппарат. Счетчик трехразрядный. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго, спасибо за внимание.